Пару слов про современное искусство. По большому счету, современное искусство – это надувательство, мистификация, где-то жульничество отчасти. В любом случае, это коммерческая затея, делается для извлечения денег из карманов богатеньких буратиночек, которые считают, что они очень сильно разбираются в искусстве. Но иногда попадаются весьма необычные артефакты. В данном случае – резьба по шине. Такого рода артом я еще не сталкивался, но производит весьма интересное впечатление. Представляете, вот так украсить колеса своего автомобильчика такой вот художественной резьбой. Любой желающий может освоить эту технику. Нет препятствий для патриотов.